Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на телеканале ЗАП-ТВ. Спонсоры показа – магазины «МТ-Миссими» и «Кальцедония». «Кальцедония» и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемира, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков и даже для самых маленьких модниц – шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин «Кальцедония». Торговый центр «Макси». Шилова 100. В пятницу 24 июля свой профессиональный праздник отмечают кадастровые инженеры и флористы. В Чите в этот день ожидается небольшой дождь и возможны грозы. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 696 миллиметров ртутного столба. Температура днем плюс 31 градус тепла, ночью плюс 22. Я желаю вам отличного настроения. До встречи в эфире.